нам жить и помнить и беречь. Такое название нашего урока мужества, который проводится в формате эстафеты патриотизма поколений. Это встреча. Это не урок в том смысле, что преподаватель говорит, а учащиеся слушают. Это встреча. Мы рассчитываем на обоюдный разговор. И эта встреча очень важная, потому что сейчас нужно слушать молодежь. И очень важно, чтобы они нас тоже слушали и понимали. Стучит беда, врываясь к новым вдовам. Делегация от всех образовательных учреждений нашего железнодорожного района. Все пришли, все откликнулись, все приготовили определенную программу. Не только у нас здесь школьники, у нас здесь ветераны. Ветераны вооруженных сил Российской Федерации. Все мы в одном строю. Мы вместе. У нас сегодня даже лозунг такой. Мы вместе. Дети пришли с плакатами, с флажками Российской Федерации. Патриотической работой мы занимаемся всегда. У нас очень большую работу проводят образовательные учреждения, музеи нашего района большую работу ведут. Во всех образовательных учреждениях всегда ко всем знаменательным датам проходят очень важные мероприятия, и всегда этому уделяется очень серьезное внимание. Всегда.